хорошо. Хорошо, давайте второго тогда. Давай. Ой, слушай, вот так боится воды. Он воды не боится? Да. Ой, все, пошел. Мой тяжелый. Ой, мой тяжелый. Этот уже просится прям. Да. Выпуск прошел, нельзя сказать, что все прямо вот было идеально, но в принципе животные с удовольствием убежали с рампы. Они практически не думали, как вы видели на пляже, да, часто у них так они задумываются. Достаточно быстро все эвакуировались, в этом плане нам понравилось. Но надо еще немножко подумать над скоростью передвижения. Сегодня четверых серых тюленей мы выпускали. Дему с демидовской батареи, найденного в Кронштадте питона. На территории организации питон найден был. Тюленя ласковый, который был найден на пляже Ласковый в курортном районе. И сосновку, которая была найдена в Сосновом Бору. Замечательные ребята. С их выпуском наш серо-тюленей сезон закончился. В центре остались только кольчатые нерпы. Мы сразу, в общем-то, постарались животных подвести поближе к таким глубокой воде, чтобы им там было интереснее, чтобы они сразу, в общем-то, к рыбе поближе находились. И сейчас они, в общем-то, направили их на запад, к тем местам, где животные, их дикие сородичи обитают.